Буэнос диас, перцы. Ядерный рассвет вновь заряет ваши экраны. А это значит, что сегодня 1 января 2020 года, и сегодня будет действительно жарко, поэтому берите с новогоднего стола те ништяки, которые у вас еще остались, усаживайтесь поудобнее. Сегодня будем без особой жести, так, чисто на расслабоне, потому что это, чертово подери, новый 2020 год. И пусть бороды у меня нет, и новогоднего колпака тоже, но, как сказать, в новом году могу пожелать лишь всего самого наилучшего. Я не буду распинаться того, этого, пятого, десятого, потому что я все равно что-нибудь забуду, поскольку сам с похмелью, несмотря на то, что... Короче говоря, ладно, черт с ним. Поехали прокатимся. Лансер, еще один Астон и, по-моему, Корвет, да. Поехали, пораздаем немного и будем сворачиваться. После этой серии, напомню, сегодня 1 января, будет творческий отпуск, и вернусь на ваши экраны я лишь 15 числа. То есть... Если сегодня у нас среда, это 1 января, дальше 4 января ролика не будет, потом выпадает ролик 8 января и 11 января, то есть я пропущу всего лишь 3 ролика. Блин, я его хотел обойти сбоку, но не вышло. Блядь, 10 км в час разрыва мало. Еще и этот пидор спереди. Честно, дико хочется натянуть Дед Морозовский колпак, но у меня его таки нема. Хотя, с другой стороны, набухаться на капропротиве это было святое. Да, я намеренно говорил, сказав капропротив. Потому что эти рожи и так тебя за год заебали. А тут еще и пить вместе с ними. Ну нахуй. Но я все-таки переборол себя и сходил, и скажу одно. На халяву и уксус сахарный. Ну, блять, это разъёб по фактам, ребятки. Я даже газ отпустил. Так, гонка раз. Чё, еще один истреблятель? Еще один истреблятель. 315, чё черти не ждали? Не люблю снимать ролики с похмелюги, но надо же чем-то подписчиков радовать. Кстати говоря, это уже второй ролик с новой графикой и новым звуком. Напомню, что в компе у меня торчит 1070, а нет, вижу все-таки третий. Забыл, что я снял еще одну серию в перерыве. В компе у меня торчит 1070 8-гиговая. И микрофон тоже приобретенный одним интересным методом. Но звук с него, конечно, шикарный. Тут я спорить не стану. По сравнению со старым микрофоном, это небо и земля, ребятки. Особенно если хорошенько шлифануть эквалайзером. Ну хотя как хорошенько. На самом деле, рекомендации для любого микрофона будут плюс-минус одинаковыми. Это, если у вас мужской голос, то
ставите 4 точки в эквалайзере. Первая. Это будет самая левая. Это у нас фильтр high-pass. То есть проходит все, что выше среза частот. Срез ставим на 90, к примеру, герц. Ты-то откуда вылез, скотина? Ну и чуть-чуть поднимаем гейн. Ну где-нибудь на 2 децибела. И делаем так, чтобы огибающая не была слишком уж жесткой. То есть, чтобы она резко достаточно взлетала, но медленно падала. Что-то здесь не так. Дальше. Вторая. Это около... где-то порядка 300-400 герц, если у вас бас, допустим. Опять же, мы говорим про мужские голоса. Для теноров вторую точку можно ставить где-нибудь ближе к 800. Там тоже нужно слегка, буквально слегка задрать гейн. Мы, кажется, проебали. Ну да хер с ней. Дальше. Третья точка — это... Да заткнитесь вы. Третья точка — это 1000 Гц. Там, наоборот, нужно сделать очень узкий срез, где-то вот в пределах от 950 до 1050, чтобы убрать паразитные шумы, как, допустим, от заложенного носа или что-то такое. Если у вас хронически заложен нос, это мастхевная мера. Дальше. Опять же, слегка приглушить шумы в районе 7000. Особенно это важно для женских голосов. И где-нибудь тысячах на 15 и 16 поставить фильтр low pass. То есть проходит все, что ниже фильтра. Ну вот, собственно, и все. Это, как говорится, самое простое, что можно было придумать. Серия началась с фейла, и я дико хочу отлить. Ну да ладно. Черт с ним, с истреблятелем. Кольцо ехать не хочу. Спринт максимальный. Опять секундомер. Меня уже от них приташнивает. Ладно, проедем спринт. Если что, попробуем удрать от ментов и заодно посмотрим, как быстро поднимается индекс опасности. Так, аудиатор. Фардищ. Нихуя себе. Нихуя себе, чё ездит. Честно, вот за это прохождение я это ведро вижу впервые. Блять, он меня делает. Ебаться в телек. Соси писю. Так, ребятки, призываем белку-летучку. Малыш, ты охуел. О, здорово, черть. Хуйни внеземные, я вас ждал. Нужны подробности. Объект зеленый Астон Мартин. Ну охуеть теперь. Че, у нас во всем городе только один зеленый Астон? Описание не расслышал. Дай мне на экран, окей? Почему я, блядь, расслышал? Пёс ты смертный. Нам еще от этих огров исъябывать придется. Так, там, кажется, сзади мусор был. Так. Газу. Еще газу. Так. Перекладочка, потому что этот пидор все еще висит у меня на хвосте. Блять, я его ненавижу. Ч
Че, ментов не будет, что ли? Да ты куда, блядь? Пошел ты нахер, козел! Ах ты, блин, сралик. Хорчки шиев. Carrera GT? Чего, блядь? Ладно, корку мы вроде уделали. А вот дальше начинается пот. Бля, сейчас еще и от... Да ладно, мимо меня проехал, хотя ориентировка была на меня. Ну? Давай, ведришка. Блядь. Горит. Ладно, не буду себе портить настроение в Новый год, потому что говорят, что как Новый год встретишь, такое и проведешь, поэтому... Давайте, ребятки, на этом и прервемся. Хотя... Не, чуть мне лень прерываться. Это, скажем так, был прямое новогоднее включение. Я просто остановлюсь и поговорю, просто ни о чем. Поэтому вы можете, в принципе, пройтись по комнате, занимаясь своими делами. Так вот, что касается планов на Новый год. Я имею в виду в плане канала. Снимать больше, снимать чаще, снимать качественнее. Ну, как и всегда, в принципе. Я когда встречал 19-й год, я тоже много-много об этом думал. Даже в итоге меня черт дернул сменить никнейм. Ну, потому что, блин, ультрамайнер. Это как-то несерьезно. Тем более Майнкрафт я снимать что-то подзабил. Нет, Майнкрафт тоже будет. В частности, гайды, наверное, ну, даже не знаю. Либо уже... собирать абсолютно новую сборку на последних версиях, там какая 1.14, я уже счетом потерял. Либо снимать гайды исключительно под свою сборку. Ну, блин, у меня сборка на 1.7.10, а это, ну, извините меня. Ну, может быть, опять же, мое ретроградство тут играет роль. Ладно, едем дальше. Может быть, будет какой-нибудь хардкор-выживач. Тоже будет весело, будет немножко мясца. Потому что меня давно просили посмотреть выживание на хардкоре, потому что, ну, блин, народу нравится, когда кто-то где-то горит. А если ты играешь в Майнач, даже если не на хардкоре, просто на харде, у тебя все равно это будет в избытке. Поймите меня правильно. Так что вот такая вот история. Ладно, да и просто, может быть, коопы какие-то будут, опять-таки. Поскольку комп нехило так апгрейднулся. Честно. Список игр, которые я теперь могу снимать, если не расширяется до бесконечности, то до очень и очень больших пределов. Поэтому, как бы тут выразиться-то помягче. Снимать будем много, снимать будем дохера чего. Опа! Мусора! Так, ладно, ходу. Вот и поговорили. Так, а наградчик-то идет. Так, надо как-то этого огра стряхнуть. Или пари попробовать выполнить. Я вообще... Чувак, я вообще по телефону разговаривал, поэтому пошел нахуй, вот почему. Блять, он не отстает. Фак. Блять, ты все-таки выскочил. Так, кажись, спрятался. Перед тем, как скрыться, нарушитель ехал на восток, мимо автовокзала. Принято решение оцепить район. Хуя. Уточните координаты точки. Я не знал, что я так могу. Так. Блять, вертолет. Сука. Че, теперь ждем? 22. Доложите текущую ситуацию. У нас все по-прежнему. Прием. Да блять. Только вертолета мне не хватало, как водится. Блять, бетонная плита, сука. Сдаваться я, разумеется, не собираюсь. Ладно, едем на кольцо. Я даже уже забыл, о чем говорил, но в принципе планы по каналу я озвучу. Снимаю будем много, снимаю будем, ну не то чтобы жестко, но весело. ДТП, тут ДТП. Объект въехал на
Так, этот готов. Самоуничтожение. Круто. Что-то рвануло под капотом. Нет, все, я пас. Машину придется менять. Шерри 23. Все на месте. Ой. А огры только и ждали, пока я спрыгну. Ой, блядь. Чуть-чуть не успел. Вот чуть-чуть, блядь. Как я не старался, настроение все равно слегка подпорчено. Ну да ладно. Короче говоря, да пройдем Most Wanted, а там видно будет. Если что, вы знаете, куда стучать, куда писать и так далее. Так, все на этом. В общем, такая вот мишура, господа. Поэтому еще раз поздравляю вас с теперь уже наступившим Новым годом. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И пусть удача никогда не покидает вас в новом 2020 году. До скорого, перцы. Увидимся 15 января. Пока.